В Рио губернатор Амурской области Александр Козлов вместе с рядом членов Амурского правительства отправился в четырехдневную поездку по северным территориям области. Первым пунктом, где работал десант из Благовещенска, стал Магдагачинский район. В частности, речь шла о ремонте районной больницы, пострадавшей от серьезного пожара в августе прошлого года. Всего на ремонт здания планируется израсходовать 45 миллионов рублей. Уже выполнены работы на 23 миллиона. К 1 августа все работы должны быть закончены, больница укомплектована необходимым оборудованием. Будет решаться и острый для района кадровый вопрос. В 2015 году здесь до сентября приедет психиатр-фтизиатр. Также терапевт-педиатр появится в 2016 году. И в течение двух месяцев, с учетом проговоренности с исполняющим обязанности главы района, с главой поселения, будет решен вопрос с привлечением анестезиолога, хирурга и гинеколога-акушера.